Юлий Вайценфельд, майор в отставке. Армии он отдал более 30 лет своей жизни. По долгу службы приходилось бывать и в Средней Азии, и в Забайкалье, а в 80-е его направили в Куйбышев. Тогда, рассказывает майор, приехать сюда было большой честью. В городе оставалась атмосфера запасной столицы и сохранилась память о знаменитом параде, который прошел на площади 7 ноября 1941 года. Он создавал о себе хорошее впечатление, потому что это был до того закрытый город. Он же был закрытый город. Это во-первых. А во-вторых, мы знали одно, и я знал одно, что все для фронта, все для тыла, все ковалось здесь. Оружие, боеприпасы. Сохранить память о героических подвигах жителей военного Куйбышева призван проект событийного туризма «Запасная столица». По планам в программе проекта концерты с исполнением 7-й симфонии Шостаковича, экскурсии по знаковым местам города трудовой доблести, автопробег. А также визит дипломатов из 22 стран, представители которых присутствовали на параде памяти в 41-м. Прошло 80 лет, и город, конечно, расцвел. Город показывает пример, как можно развиваться. Хотя вот 41-й год был, конечно, очень жестоким, трудным, когда население города увеличилось почти в два раза. И мы все понимаем, какие заботы упали на руководство Куйбышева 41-го года. Но наши земляки все героически выдержали, показали пример. И мы продолжаем развивать эти добрые традиции. Проект планируют реализовать в 2021 году при поддержке администрации Самары. Участие в нем принимают практически все городские музеи. Мария Левина, Николай Сидоров. События.